Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя легенды. Так, ну что, забираем награды свои за лигу Сёгунов 2 звезды. И посмотрим, куда меня сбросили. Лига самураев. Да-да, 3 звездочки. Так, у нас не починили. А, нет, ребят, починили, смотрите, кстати. Помните, в прошлой серии у нас был баг? Сейчас его нету. Ладно. А давай начнем, наверное, с ежедневок, я так понимаю. Всякие сейчас задания выполним, потом пойдем на арену. $5. 5 бакинских я забрал. Так, дальше у нас идет серия испытаний. Ну, все по порядку, да? Давай, наверное, вот здесь быстренько с тобой расклепаем этих черепашат. Возьму, наверное, Хужеголового и Леонардо вместе... секундочку, вместе со Слэшем, что ли, придется брать? Блин, тут команда, конечно, у нас не очень фартовая, если честно. Я могу только выделить здесь, наверное, Армагона и Лео. Ну и с Кожеголовым, конечно, тоже. Ну попробуем, начнем с ракет. И вертушка. Все, в принципе, победа. Оу, секунду. Рафаэль, какого лешего он выстоял? Вот это, кстати, было очень интересно. Почему он выстоял? Он должен был упасть по всем канонам, но нет. Ничего подобного. Так, значит, дальше мы идем сражаться в поединках. И тем самым, да не буду я потом. И будем искать на маузеров. Так, навыки. Прокачивать будем до 4-й ступени. Во-первых, нам нужно найти 3 геймпада. Раз... 2. Тут нам выпал только джойстик, а мне нужен геймпад. Вот, начинается. Да дайте вы мне в конце концов геймпад мой, вот он. Так, и надо еще нам найти 10 ящиков с инструментами. Ну, я только один нашел. Так, второй. Третий. Так, третий, четвертый, пятый, шестой. У меня хватит пиццы. Шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний ящик. Ну давай, 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 не жмись, последний ящик мне. Ну последний ящик, я тебе говорю, дай мне последний, вот. Все, ребят, последний ящик. Прокачиваем до 4-й ступени нашу массовую атаку. Все, ребят, теперь я спокоен, как удавчик. Ну и поднять уровень персонажа. У меня сколько мутагена, кстати? 16 тысяч. Мне хватит, чтобы поднять наших малюточек на 75 уровень. О, да. Шикардос. Ну что, ребята, лучше и быть не может. Так, теперь в магазине. А что нам в магазине? Нам в магазине, по-моему, ничего не надо. Да как так не надо-то? Как так не надо? Надо, еще как надо, ребята. Так, давайте-ка добьем быренько. Сейчас мы быренько добьем. Надеюсь. Так, тут $2. Это серебряные осколки. Так, о, жетоны уже пошли. Значит, нужно нам 520 жетонов, да? Насколько я помню. Так, это уже 514, 520 с копейками там. Что-то я не понял. Чё? Чё? Только что же было все нормально. Опять, ребят, смотрите. Трындец. Так, что я хотел? А, в магазин же хотел, да? В магазин, предметы. Ну что? 530, ровно, ребят, 530. Опа, 71 ДНК и 100. Ну, Пит, скоро ты у нас прокачаешься по полной программе. Я уже предчувствую это. Ну что, друзья, у нас турнирная арена. Сегодня нам нужно подняться в Лигу Мастеров, как минимум. Желательно в 3 звезды. Вот, и надо как-то постараться это сделать. Я специально, ребят, не стал брать в эту команду Хаев. Хочу немножечко на равных попытаться. Хотя, на самом деле, тут несправедливо будет. Они все равно меня сильнее.
Ну-ка. Блин. Надо нам, наверное, Леонардо в первую очередь здесь запинать. Если я успею. Ну-ка, прожигающий луч. Кабана. Давай кабана собьем с ног. Бумс, готов. Донни, Донни, успокойся, успокойся, Донателло. Получи. Ну что, ребята, шикарно. Шикарно у нас получился первый поединок. И мы двигаемся дальше. Так, с 98 позиции на 72. Окей. Так, ну что же, давай возьмем. Я хочу обновить. Во, 15-19. И после этого. Слушай, 49 ранг. Возьмем, попробуем на равных или не стоит? Я думаю, что можно, в принципе, но взять одного великорослого не помешает. Например, это будет Карайка. У нее инициатива неплохая. Она сейчас, в принципе, свои кунайчики бросит. Я надеюсь, больше половину хп отнимет. Проверим. Да, вот только Ванька. Ё-моё. Хорош, ребятушки, хорош, я говорю вам. Вы чё, совсем что ли сдурели? Ты посмотри, что они себе позволили, а? Пойти против папы. Ну дают, а? Ну дают. В общем, я их ушатал здесь. Так, двигаемся дальше. 42-я позиция. А им буквально чуть-чуть не хватило, друзья, чтобы меня скинуть до лиги самураев 2 звезды. Совсем капельку, да? Там был 92-й ранг, то есть еще 8 ступенек вниз и все. Да, вовремя я успел подорваться в 4 часа утра. Сыграть. Бамс. Так, заблокировали способности. Давайте расстрел делать. Так, у нас... Блин, у нас массовых атак нету. Блин, нам еще и атаку понизили, прикинь. Давай, наказывай его. Так, я думаю, что мы хильнемся, наверное, все-таки. Дальше что нам сделать? Дрона призовем. Угу. Теперь стрелы. Кого бы нам ушатать-то здесь? Я думаю, что, наверное, вот этого... А Майки, знаешь почему? Ну, он сможет... Блин, он сейчас... Он почистит дебафы все, ребята. Вот я почему и хотел. Надо было бомбить по нему и все. Твою дивизию, ладно. Ушатаешь, Донни? Нет, слишком, слишком сильно. Ёп, просто это, он еще и хиляется. Ну, на зашибись просто. Давай, 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 критовку там повышай. Критовка плюс уклонение. Сейчас еще сделаем усиление. А, нет, ребят, это ускорение, ё-моё, усиление. Что это я вдруг... Бросай гранату. Да что ты будешь делать-то? Ёпрсета, блин, мне нужно... Вымораживает вот это вот. Какого-то вшивого Донателло не... Пипец просто. Ну давай, сейчас, сейчас еще кабана завалят. Сейчас еще завалят мне, блин, кабана. Я офигею, я не могу его пробить просто, ребят. Это чушь полная, блин. Пробить какого-то Донни не можем, блин. Вы серьезно сейчас вот это все, блин? Его бомбить, бомбить и не завалить? Ну чушь полная же, блин. А вот этого как нам теперь подбить? Ну хорошо, что мы хоть меткость ему понизили, но боюсь, кабана завалит. Тьфу, трэш. Да, друзья мои, это был трэш. А он, мне кажется, завалил бы этого кабана, если бы он его ударил. Я офигею, ты видел, сколько мне этого Донателло пришлось распинывать? Просто трэш. Так, я не буду здесь сюсюкаться с ними. Я возьму Хая. Раз, два, три, четыре. Хорош. В предыдущем поединке слишком долго рассусоливались мы с ним. Так что давай тут все коротко и быстро сделаем. Смертельная волна и баньки. Так, поехали дальше. Пускай они там пока отдыхают, а мы...
А мы с тобой сейчас заберемся в Лигу Сёгунов. Возьму, наверное, зэка здесь. Раз, два, три, четыре. Сейчас у нас тут будет бомбить зэк. Поехали. И добиваем. Она добьет, интересно, всех или нет? Или вот этого ставит? Нет. Рафаэлечка все-таки она уничтожила. Ну что же, по красоте все получилось. Итак, мы в Сёгунах. Одна звезда, 85-я позиция. 85-я позиция. А неужели 15-20 я не заслужил, а? Я 15-19 в том поединке, в той лиге шуршал. И опять мне, да? И опять они мне дают 15-19. Ладно, Донателло, я думаю, что ты, в принципе, справишься. Ну, на худой конец мы сможем их добить всех. Потому что Дони сейчас львиную часть здоровья у них отнимет. Это однозначно. Поехали. Угу. Кто-то даже упал сразу же. Ну, этих нам просто-напросто нужно добить. По красоте. Ну что же, тогда поехали дальше и посмотрим, какую команду мы выберем. 64-е место. О, наконец-то. Наконец-то они мне дали 15-20. Я тогда возьму здесь Макву на одного. Слушай, ну один мощный персонаж на четверых слабых, я думаю, что это справедливо будет. И в плане прокачки, и в плане буста прохождения на арене. Согласись. Опять же повторю, ребята, до 72-80 уровня это все дело прокатывает. Дальше приходится уже брать два высокоуровневых персонажа. Так, ну что, 15-20. Здесь возьму, наверное, Армагона. Раз, два, три, четыре. Ну, понятное дело, что одной плюшки будет достаточно, чтобы их всех просто ушатать здесь. Да, Армагон, будет достаточно одной плюшки? Конечно, будет. Ну и красотец. Красотец. Иногда такие слова вылетают из моих уст. Красотец. Красавец, ё-моё. 20-я позиция, возможно, после этого поединка мы перейдем на следующий ранг. Возможно. Если я возьму Рафаэля, если я возьму вот так вот. Вот немножко несправедливо получается, потому что у меня Микеланджело и Рафаэль, они высокоуровневые персонажи, но тратят потенциал на какой-то обычный поединок. На обычный поединок, ну, видишь, я боюсь, например, что с Рафаэлем отпускать с одним, что с Микеланджело. От Микеланджело вообще, ребят, ничего особого ждать не надо, у него нет массовых атак. Поэтому он не сможет всех вырубить. Ну, а мы переходим уже на Сёгун 2 звездочки. Может быть, все-таки... Не, вряд ли мы до Лиги Мастеров сегодня доберемся. Что-то, мне кажется, не дадут. Так, беру Маузеров. Раз, два, три, четыре. Сейчас посмотрим. Мы Маузеров с тобой качаем потихонечку. У них один из... Даже два из скиллов. Ну, последний самый прокачан очень мощно. Должен завалить. Я думаю, завалит. Проверим. На! Красиво, да, жарит? Просто с разбега. Хлопай все, и нету этих супостатов. Валяются они. И вот мы на 80-й. То есть, ну, 20 ступенек пролетаем. Пока это очень даже неплохой результат. Давай я возьму здесь, наверное, Железноголового и... Так, если сейчас Железноголовый опять же начнет дурачка валять, это будет плохо. Давай ускорение поставим. Надо ускорение ставить. Это не ускорение, это атака, блин. Ну вот, начинается, короче. Железноголовый, ты не... Ну, в принципе... В принципе, ребята, 80 уровень против какого? Почти 60 левел. Ну, как бы, ну, в принципе, да, нормально. Он отнял у них очень много здоровья. Не добил, конечно, но... Очень сильно их помял. И разница всего лишь была в 20 уровней. Ну ладно. Предположим, что так и должно было быть. Ну что, я беру Ванюшу.
с Ванькой, как говорится, никому не страшно. Когда Ванька берет гранатомет. И вот где вот он его сейчас, а? В запазухе с собой, что ли, таскать? Гранатомет этот. Так же, как и муха. Откуда она берет эту бутылку? А этот череп откуда достал? Смотри. Оп. Такой наклонился, хоп. Откуда он его достал? Непонятно. Из трусов, что ли, вытянул этот гранатомет? Показано, что он наклоняется за ним. Но откуда он его вытягивает, так и непонятно. Так, 42 место. Вот, 16-21. Так, возьмем, наверное, кожеголового. Тут уже все, шапочный разбор у нас остается. Мы, кстати, переходим уже на семидесятники. То есть, слабых персонажей у нас не осталось, получается. Ну, давай, кожеголовый, дави этих клопов. Не додавил. Не додавил ты все-таки. Но по красоте. Это была идеальная победа. Ну да, мы с тобой только до Лиги Сёгунов 3 звездочки, получается, доберемся. И все. И это будет предел. Так, тихо ты. Раз, два, три. У нас точно там, да, у нас все отыграны. Поэтому это вот последние бойцы у нас получаются. Ну давай, Шреддер, вжаривай своими жалами. Кабан, как всегда. Как всегда кабан выживает. Да что ты будешь делать? Ребята, это уже на постоянку. Это уже на постоянку. Потому что раньше, после удара от Шреддера, никто не ужал. Сейчас выживает кабан. Даже Рокстеди столько не выживает, сколько выживает кабан в поединках у нас. Я думаю, вы эту тенденцию заметили. Раньше у нас даже был Донни фаворитом на выживалку. Но сейчас, по-моему, кабан его переплюнул. Либо мы просто давно не видели Донателло в деле. Что-то мне кажется, я погорячился. Взял слэша одного. А, нет, тут Змейковьюн, если что, прикроет. О, хорошо. Руби, коси. Нормально. Ну, давай добьем. Зергут. Ну что же, мы поехали дальше, и мы переходим на Лигу Сёгунов 3 звезды. Ранг у нас 85-й. Нам, получается, надо что сделать? Нам, получается, надо сделать всего лишь один поединок, и все. Даже Микеланджело, который здесь стоит, меня не пугает. Да-да, вот этот вот. Также сейчас получит свеженьких звезделей. От кого? Ну, от Усаги, конечно, не получит. А может быть, получит, посмотрим. Почти все. И опять же, друзья, кто выжил? Правильно. Толстопуст кабан. Вот так вот он. Хотя, когда они были людьми, да, до того, как они превратились вот в кабана и в носорога, тот, кто был в носорога, он, по-моему, намного здоровее, чем этот кабан. Кабан там щуплый какой-то, задрипыш был, а тот здоровяк, который был в Рокстеди. Так, ну что, все вроде бы, ребят, получается, мы арену отыграли. Вернулись с вами на Лигу Сёгунов 3 звезды. Укрепиться, конечно, не получилось. Так, у нас сыр еще есть, да? У нас сыр есть ведь? Сыр есть. Поэтому давай-ка мы дальше продолжим фармить. Да-да-да, фармим жетоны. Так, нам еще Карайку вон там. Видишь, портрет Карайки сидит, светится. Ага, вытянули, все. Теперь чисто жетоны идут. Ну вот смотри, мы с тобой сейчас вот тянем. Я думаю, где-то около 200 жетонов мы с тобой получим. Уже 179, 194, 200. Еще две попытки. Ну вот, друзья мои, сколько там у нас? 239, по-моему. А, 240. 240 жетонов мы с вами получили. Я считаю, что это неплохо. Ну что, друзья, а на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.